По природе своей человек любит чистоту. Большинство из нас видеоурну никогда не бросит мусор на землю. Если создать в лесопарковых зонах обстановку для достойного отдыха, организовать шашлычные зоны и места для раздельного сбора отходов, проблему удастся, если не решить полностью, то однозначно снизить ее остроту. Сегодня мы видим активный отклик жителей Московской области на разделение мусора. Мы получаем большое количество обращений граждан, которые нам говорят о том, что люди откликнулись, люди хотят разделять и очень большое внимание этому уделяют. В Одинцово мангал-марафон проходил в Сосновой роще на улице Чикина. Здесь недавно появилась уютная площадка для отдыха, на которой можно пожарить шашлык, приготовить барбекю, полноценно отдохнуть, а затем разделить оставшийся от пикника мусор и выбросить его в стоящие неподалеку баки. Все продумано, современно и красиво. Долго пытались согласовать ту концепцию, которая бы устроила всех жителей, и архитектуру, и экологов. Вот, но нашли те решения, которые позволили аккуратно вписать ее в уже существующую лесополосу. И сейчас заканчиваем уже ее в дальних уголках. Соответственно, она идет вдоль улицы Говорова. Вот, и работы еще ведутся, но сами мангальные площадки уже сформированы, и жители ими пользуются. Я здесь был на той неделе в будние дни. Даже в будние дни здесь присутствуют жители, и все мангалы заняты. На территории Одинцовского округа разработана целая концепция размещения мангальных площадок. Она направлена на решение двух основных задач. Первая – это, конечно, формирование у людей устойчивой привычки убирать за собой мусор. Вторая – снижение риска возникновения пожаров. От лица молодежного парламента полностью поддерживаем подобные мероприятия. Очень трепетно относимся к вопросам экологии. И советуем всем гражданам, которые отдыхают на природе или в каких-то других любых местах, обязательно поддерживать чистоту и, выбрасывая мусор, обязательно разделять по соответствующим бакам. По словам представителей администрации городского округа, последние несколько месяцев показали общий рост культуры обращения с бытовыми отходами. Благодаря проводимой работе население постепенно осваивает раздельный сбор мусора. «Мангал-марафон» – еще одна инициатива, фиксирующая этот полезный навык. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».